приехал из Японии под заказ вот такой вот Prius в 50-м кузове 2016 года, комплектация S-Touring. Вот на таком вот белом салоне. Там еще лежит комплект резины зимней. Пробег здесь 110 тысяч километров, и отправится он в Москву. Если вам нужна подобная машина или какая-нибудь другая из Японии, обязательно обращайтесь. Так. Приключения начинаются. Так, едем на SX. Так, а где руль? Я не понял. Это Москва. Так, мы приехали в Leven Performance. Смотрите, какая ламба здесь. Будет почти 2000 сил. Здесь GTR 35. Вот такие вот машинки стоят. Так, вот здесь вот Eurofighter. Там 35 GTR. Корвет кольцевой. Supra 70. Вот джизики собираются. Очень крутая. Вот такая вот бэха на каркасе. На вухе моторе. И здесь тачка Чарльза SX с мотором открыто. Мне вчера настраивали, у них что-то, по-моему, сенсор что-то какой-то отъебнул. Так, а здесь стоит еще один Eurofighter. Китайцы. Чарльза, как его зовут. Не помню. Тоже весь на карбонке в ларе. ТДК собирали все это дело. Тринашечка стоит тут, смотрите. На блочных фарах. Дорогодолларовых. Чё, все? Очень крутое место. Очень понравилось. Крутые тачки здесь. Так, следующая локация, это у нас Forward Auto. Очень крутой магаз. Прям вообще. Вот здесь отдел с мерчем. Очень круто. Вон даже есть на Чайзер новые стопори, дымчатые. Датчики Sirius Grady. Радиум. Здесь, пожалуйста, турбины, Борг Варнер, Гайлды, колодки, вон Энглис, Project KM. Датчики сцепления. Озги. Сейчас приехали на старый хлебзавод. И здесь находится CA. Здесь стоит мотокомбо, который шел в багажнике вместе с Honda City. И, кстати, я вчера купил такой на аукционе Yahoo. Скоро приедет в Россию, потом сниму обзорчик. Далее выдвигаемся вот таким составом. Сейчас поедем в другой гараж. Саня, у которого вот золотая пятнашечка, еще вот такая имеется пятнаха на стельке.
на экипах. Спойлер Т26. Уши вот такие вот крутые. Блин, ну вообще. Здесь еще одна нычка. Аневия. Тринашечка. Супра. Праворульная. Вон там стоит Lexus. Ну, сары. Miata. И Stagia. Ну и Жига, короче, еще есть. Две. А здесь стоит легенда дрифта. В начале, когда все это еще развивалось, это машина Жеки Сутюкова. 200SX пикап.